Юные белореченцы этим летом смогут не только поработать, но и хорошо отдохнуть. Молодежный центр «Новое поколение» Управления по делам молодежи предоставляет школьникам и студентам бесплатные путевки в летние лагеря. Лагеря у нас такого типа не санаторно-курортного, а спортивно-туристского. Это и палаточные, и лагеря, которые в домиках в лесном массиве, откуда их водят в походы. И, естественно, небезызвестный чемпион всех форумов – это регион 93. Также с июля мы начинаем уже отправлять туда самых активных, самых творческих, позитивных. Первая смена краевого губернаторского молодежного лагеря «Регион 93», ежегодно проходящего в Северском районе, стартует 10 июля. В ней примут участие молодые учителя. Вторая смена под названием «Территория успеха» соберет лидеров школьного ученического самоуправления. Третья – «Содружество территория единения» – подружит жителей края различных национальностей. Четвертая – «Время управлять» – студентов. В юбилейном уже 10-м по счету форуме примут участие 1600 ребят со всей Кубани в возрасте от 14 до 29 лет. Их ждут множество интереснейших мероприятий, мастер-классов, лекций, встреч с известными людьми, концертов, акций и флешмобов. Всем желающим весело и с пользой отдохнуть необходимо обратиться в Управление по делам молодежи по адресу 8 марта 57, подробности по телефону 266-22.